Я Эльфбрус, и я еду на Мистер Бист. Эльфбрус? Кто, бля? Я не понял, Артём. Мистер Бист пописал на планету. Не, ну а чё? Мы в Антарктике и собираемся выжить здесь следующие 50 часов. Мы в нижней точке земного шара, в самом холодном месте на Земле. Был там? Не, никогда. Я так понял, все у нас рек думает на таком уровне, да? Да, да. Но я узнаю, как там. Надо съездить. Ну, я знаю, что как доктор Зло, у него база на каждой точке Земли. Он в Антарктику приехал строить новую. Самолет улетает! Нет, он улетает! Миньоны рады. Самолет улетел, парни, то следующие 50 часов там никуда не деться. Сперва мы должны добраться до гор, чтобы у нас была защита от ветра. Да у них нет ветра. Ну да, вообще. Приближается снежный шторм. Какая удача. А, не, о, ветер, брат. А, ветер, это Мистер Бист купил. Гигантский вентилятор, Мистер Бист. У меня всегда была идея, Мистер Бист может осуществить. Купил много холодильников, чтобы не таяла Арктика. Купил много льда. Кинул в Арктику. Черт возьми! Почему стоило нам тут оказаться, как начался снежный шторм? Холодно! На гринскрине снимают. Ой, черт, что же мы попали так не вовремя? Как в Майнкрафт РП. А это даже не они идут. Да, они просто засняли каких-то со спутника Мистер Бист. Да-да. Мы разобьем лагерь у подножия той горы! Чуть не умер. А че он чуть не умер? Я пропустил, блин. А, он споткнулся. А я думал, он такой идет, такой... И ветер прошел. Антарктика! 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 Отныне это лагерь Бист! Сделал свою страну Мистер Бист, блядь! Да. Нам срочно нужно укрытие. В инструкции написано вставлять под углом. Там снег, но они дураки, тупые миньоны. Ну да, надо было колда ядра земли брать. Не знаю, что-то у нас не так. Почему она так низко к земле? Рука попала. Они как дети малые. Мои миньоны, блин. Надо свою озвучку делать, от студии Бент не то. Лагерь Бист процветает! Мы построим стену из этих снежных блоков и защитим наш лагерь. Он мог кирпичей купить. Как Фрост. Вот у Фроста, между прочим, нету миньонов. У Фроста не миньоны, у него таджики там. Торпеда маленький, как твой писька. Лагерь Бист закончен! Снежная стена установлена. Они с одной стороны построили, а вдруг с другой будет дуть. А угадай, где палатка Мистера Биста? В вертолете, сейчас он летит. Еще минус Антарктики в том, что солнце никогда не садится, непонятно, ночь сейчас или день. Реально? Факт? Это факт. Я подтверждаю, как главный географ этого реакта. Через 50 часов высохнут глаза. Но у них, видишь, антипросыхательные очки. Очки стрекозы. Я готов лечь спать. На место сна будем снимать горбатую гору. Горбатый снег. Ну вот этот чел посередине обязан сниматься. Он же любимчик Мистер Бист. Он всегда самый у них обученный. Себя он считает иначе. Джимми не знает, что мы копаем тоннель. О, боже мой. Миньоны реальные. Подлянки делают, миньоны. Я так устал, я болен. Это Антарктика да. Плохое место, чтобы болеть. Работай! Бро, Антарктика это не весело. Я болен, я проснулся и кашлял кровью. What the fuck? Ебать страшно, блядь. У него рак, может. Ультравайт. Прежде чем выйти из палатки в Антарктике, нужно надеть штаны, кофту, вторую пару штанов. А в палатке типа тепло? Ну, хотя у него, наверное, много денег, у него там отопление. У него много денег и много миньонов. Они его согревали. Лыжную маску, вот эту штуку. Это шапка. Если вы думаете, что в Антарктике можно писать в снег... Нельзя! А почему нельзя? Я тоже не понимаю. А, так вот что миньоны себе дырку копали. Они не хотят писать на улице. Я только, наверное, сейчас подумал, типа, если ты писать будешь, у тебя будет струя такая замороженная. Такой кран чисто на улице железный. Сейчас минус 28, посмотрим, смогу ли я пописать. Эй, я смог! Ура! Молодец! Это заняло 5 минут. Многим хочется какать, поэтому в стороне от лагеря мы установим палатку для какания. Я хочу какать! Сочувствую студии Б. Озвучивальщик, он на самом деле просто сказал, я хочу какать. Он такой, знаешь, что уходит такой. Да, у него как раз эхо. Блядь, сейчас приду, я хочу какать, блядь. О, нет, палатка! О, нет! Блядь, миньоны, спасайтесь. Они могут сесть на нее и улететь, как пауки на паутине. На свободу. Как она? Это был худший опыт в моей жизни. Блядь, он говёху держит в мешке там. Это ведро, мой унитаз. А это туалет. Говёху. Я тоже не понял. Видите вон ту гору вдалеке? Да!
Сейчас у нее нет имени. Все знают, что, взобравшись на гору, ты сможешь дать ей имя. Кто хочет со мной? Погода так себе. Я... Миньоны, работай! Блядь, бунт миньонов, сука. Полезешь на гору со мной? О, выкопал. У горы нет названия, и если мы взойдем на нее, то сможем назвать ее как угодно. А представляешь, какой-нибудь чел в 20 веке чисто в пуховике пришел такой... Назвал гору, не дошел назад. Я шел 28 лет сюда. Я хочу назвать эту гору в честь моей жены. Эльза! Эльза! Последние 20 с чем-то часов мы копали эту нору. К возвращению Джимми она будет нереально огромная! Огромная! Мистер Бист услышал. У него вместо ушей просто эхолокатор от Мистер Бист. Да, он идет, у него на все горы. Огромная, огромная, огромная. Вот гора, на которую мы хотим зайти. Ну ладно, полезли, пока еще живы. Вперед! Я прям представляю, как вертолет их иногда за куртки подхватывает, чуть-чуть проносит, скидывает. Мистер Бист такой, бля, устал. Чуваки с вертолета висят, его подмышки берут. О боже! О боже, тут какой-то мужик. Засыпьте его снегом, это наша гора. Мы продержались 30 часов. О, да? Давайте в камеру. Даже не румянец на лице, ничего нет. Он как будто только из палатки вышел. Кофе выпил такой. Надо сгонять что-нибудь придумать. Пипи. Ненавижу тебя. Эй, Джимми. Попил пипи. Карл все еще копает нору так глубоко. Бро, как я буду вылезать отсюда? Мне кажется, они накуренные, просто им заняться. Смотри, вот слева чел, он явно накуренный сидит. А зачем там взрыв был в ложечке? Знаешь, гигантский монитор, сидит такой монтажер, заходит Мистер Бист, он видит то, что чувак ест из ложки, такой, ебани взрыв здесь, блин! Пока мы лезем на гору, я расскажу о Shopify. А, они рисуют флаг рекламы, чтобы назвать, наверное, гору. Бля, бедный мужик! Бедный мужик, который назвал эту гору 100 лет назад. Воткнем это в гору! Мы смогли! Раз мы зашли на гору, мы ее назовем. Короче, будет у тебя типа тоже реклама. Вместо флага бустить. Ребята, у нас появился свой бустик, где ты сможешь поддержать выход видео всего за 49 рублей. Там много разных уровней поддержки. Средства идут на расширение команды и улучшение оборудования. А также вы не просто кинете в меня свои деньги, а получите эксклюзивные видео, которых нет нигде. Ссылка в описании. Сейчас 4 утра, и Джимми наконец-то вернулся с похода на гору. Он не знает, что мы вырыли нору. Делаем ему сюрприз. Чего он, наверное, дыра, они сейчас постелят мешок в спальню. Он такой, где вы, пизданется к ним? Если так, то я прощаю. Погодите, куда все подевались? Джимми здесь, то он не понимает, что дело. А это что такое? О, боже! Вау! Залупа полная. Да что это за хуйня вообще? Да они все накурены. Ты украл наркотики. Как я буду возвращаться назад в адекватном состоянии? Слушай, если мы опоздаем, Джимми, останемся тут еще на день. Через минуту надену штаны. Джимми, подъем! Это твое первое видео про выживание? Да. Уволен! Прощай! Грустный день для всей Антарктики. Они на самом деле того мужика там закапывают. Да, и мусор весь. Они мужика еще и этого больного тоже. Да, еще и издеваются над ним. Я горжусь вами за то, что мы выжили 50 часов. Не все, конечно, но выжили. Лайк и прописку прожми.